Всем привет, дорогие друзья, мои подруги, с вами, как всегда, Алекс. И у нас ДМЗ, значит, накануне такие квесты. Прикрепите глушитель к оружию, уже смотри, что-то сделалось. Убить противников с оружием с глушителем. Непонятно, кто убил, когда убил, что убил, но взял это задание, потому что оно наполовину сделано. И самое главное, фаланга, кладовщик, я так подумал, возможно, не на лодке надо, а на машине. Возможно, на машине сделать этот контракт на доставку груза, вот. Выполнить этот контракт и починить эту самую машину. Ёлы-палы-то, а? Добро пожаловать в Альмазру. Так, и... Ну, я не знаю, если уже не будет, то так, захват данных, налет на хранилище. Хер его знает, захват данных, доставка груза, но опять по воде. Опять по воде. По воде я пробовал, она не хочет. Никуда достав... Посмотри, что, на карте одна доставка груза, что ли? Нет, вот доставка груза есть. Отметил контракт груз. И отметил еще бы машинку отметить. Которой нету ни хера. Здесь. Это жесть. Это жесть, просто жесть. А чего ж так мало этих контрактов вы сделали-то, а? Ребят. Пробую делать этот контракт, значит, пока не забрали. Посмотри, сколько бежать еще. 1000 метров. 1100, если быть точным. Наш отряд состоит из самых лучших людей. Они не могут быть рассредоточены. Это я абсолютно точно говорю. Вот, пока его никто не забрал. Блин, ну это такая редкость, прикинь. Раньше куча этих контрактов было, и все выполнялось. Сейчас нихера не выполняется. Так, плашечки есть какие-то? Есть, все. Теперь мне надо... Где этот контракт? Вот сюда вот. Отметил контракт груз. Так, и пополнится. Пополняюсь. Ну, здесь хоть что-то получше уже есть. Деньги беру. Если на Альмазре так лутаться будем, то... Бронежилет на 3 пластины есть. Ребят. Ну, пошли бы со мной. Уже были бы подлутаны, кстати. Денежкой подлутаю. Говорит, не так быстро лутай. Защита от радиации. Возьмем. Так, прилетели к ним уже, да? Это как раз этот контракт делают. Доставка груза здесь еще есть. Они уехали, да? Че вы здесь третесь? Вот мне таких ребят можно? Бля, они ботов вот этих вот, которые со мной заходят. Бля, ты посмотри просто на этих ботов. Просто посмотри на них, да? Можно мне вот таких ребят, которые квесты что-то делают, бля? Здесь контракт лежит. Бля, ну это, я не знаю, это эпик просто. Это эпик. Бля, почему бронекатер? Я же уже и так далеко от воды. Почему бронекатер? Твою мать, почему бронекатер? Мне на машине груз. Вот как ребята делали надо. Я сделаю, я не знаю, сколько раз сюда ходить. За этим контрактом. Понимаешь, здесь мансить даже нельзя. От вертолета. Здесь нельзя мансить, а здесь еще ребята выходят. Нормальные, которые сделали контракт на машине. Да уйди ты нахер. Еще и лодка нихера не мансит просто.
Иди ты нахер, я постоянно в соло делаю контракты. Посмотри, у меня только Себа какой-то остался. Со второй бронькой, бля. Нормальный челик где-то бегает, там лазит, что-то делает. Если я сделаю этот контракт, я не знаю, сейчас, и оно не засчитает, я вообще офигею с этого Call of Duty просто. Я просто офигею. Доставка груза, ребят. Здесь можно подчинить. Ремонт. Понял. Ёб твою, кладовщик, выполнил. Да не может быть, и подчинил транспорт. Заработало, а чё ж в прошлый раз не работало? Дайте выплыву отсюда. Мне надо теперь на эвакуацию. Сесть можешь так, не? Полностью подчинил. Так, вот здесь эвакуация где-то была, я пошел отсюда. Это еще один эвакуационный получается вертолет, да? Да, здесь эвакуация у нас где-то вот. Так, ну хорошо, пусть уедут тогда. Я что, я же не догоню их. О, зашибись, корабль плывет. Исполнителям в вашем районе требуется подкрепление. Я принял. Что вы ищете меня? Это что? Невидимый чел? Охереть. Там невидимый чел. А что здесь было? Что за рюкзак? Требуется подкрепление. Они пригласили меня в свой отряд. Ты слышал, как меня бил кто-то? Я тоже слышал. Это невидимый челик. Вот, они что-то подлутать хотят. Мне, в принципе, я не знаю. Ничего не надо, я доволен. Понимаешь, я доволен как слон. Я доволен как слон, что выполнил этот сраный квест, который в прошлый раз я выполнял пару раз. Ботинки. А, кстати, мне на магазин покупок надо, да? Точно? Я ж забыл. А где магазин? Вот магазин. Мне надо установить глушитель. У меня есть 6000. Что я выхожу? Подожди. О-о-о, подожди. У меня тут глушитель есть. У тебя нет глушителя, братуха. Мне надо второе оружие. Второе оружие без глушителя. Все, спасибо. До свидания. И броня еще, чувствую, сейчас понадобится. Так, хорошо, перезарядимся. Магазин тут близко. Я и забыл совсем, прикинь, я так обрадовался. Я и забыл совсем за эту херню. Я забыл, так, я к ним в команду зашел. Но они действительно рады, ты видишь как. Потому что, ну, это было бы фиаско сейчас. Либо я их, либо они меня. Комикс, да продадим комикс сейчас. Вот это все продадим. Так, и придем сюда. Мне надо сюда одеть дуло, ствол. Дуло, дуло. Глушитель. Любой, бля. Все. Получается, глушитель прикрепил. Моя лодка стоит. Так, хорошо, вызываем вертолет. И вот здесь вот можно умоститься так себе. Хорошо, выполнили два квеста. Слушай, я теперь, по идее, смогу что-нибудь сделать, получается, да? В убежище. Это вообще круто.
Это вообще круто. Смотри, какая вода, а? Какое ранен, течение. Напарник ранен, вы под обстрелом. Я вас не ждал здесь. Как бы от слова совсем. Крадется, крадется, ты видишь? Ты видишь, херня какая начинается. Они меня под мостом нашли. Здесь еще машина с ними получается. Какая-то ездит. Ну ладно, я пошел. Мне то и выходить особо не надо, но и... Какой-то опыт дадут все-таки, боевой пропуск прокачиваем. Конечно, когда Zero to Hero, придется откисать. Итак, ой, красота, и кладовщики, все, фаланга выпал. О, я теперь могу вот это взять, так, все. Где кладовщик? Кладовщик, давай уберем отсюда. Белый лотос у нас, улучшенный арсенал тоже уберем, фаланга. Так, что нам надо? Положите ИСа боеголов 3 в тайник. Нихера себе. 3 ИСа, положите ИСа боеголов 3 штуки в тайник. Убейте противников 10 с помощью ИСа боеголов. Эвакуируйтесь ИСа боеголов в ту же... Вы издеваетесь, что ли? А где я 3 ИСа возьму? Итак, добро пожаловать. Как говорится, мне надо с ИСа боеголов. О, университет есть. Я вот сюда вот пошел. Вот, и попробую ботов настрелять. Там с их падает ИСа боеголов, а там есть мусорка. Вот такой план у меня хитрый. Я не знаю, насколько выполнимый он, но мне еще и выжить надо, получается, эвакуироваться с ИСа боеголовом с той же высадки. То есть, вон они бегают там. Так, первый пошел. Настрелять я могу сейчас. Так, увидел челика. А я... Ух ты, тут два БПЛА даже. Неужели все теперь ИСа делают? Он там прыгает. Там челик сидел, я его спугнул. Ключ, открывающий сценическую сумку музыканта Е2. Вот здесь сумка, я помню, точно была. Бот. Так, продолжаем. Мини-бак. Охереть, вот здесь сумка. Да. Видеокарта. Запись какая-то службы безопасности. А этот чем был? Райсон, ёлы-палы. Так, 5. Еще 5 надо настрелять ботов. И не все с дробовиками, прикинь. Мини-баг, да чё ж такое? Там не меня ждет предмет, а я должен положить. Так, зашифрованный диск. Ключ, открывающий общежитие Fire Deport. Вот это я возьму лучше. Химера. Ультра-1, ударный вертолет против, все тихо. Поднимем рандома нашего. Что это было? Да ничего, ничего. Поднимем его, да. Подниму тебя, братуха, но... Может, тут ИСа есть. Я бы вазни в этот выкинул бы. Кто убил тебя, братух? Кто обидел? Кто тебя обидел? А я к тебе пришел, кто тебя обидел? Брат мой. Дмитком. Кто тебя обидел? Кто тебя обидел? Ультра-1, вам идет подкрепление противника. Так, что здесь? Флешка. Не, флешки надо.
О, сейф есть здесь. Иса, я там не вижу. А ну давай сейф сделаем. Ультра-1, напоминаю, чек подожра. Ультра-1, активность вашего... Ты живой там вообще? Так, РПК. Пластина есть, фенек. Чемодан большой есть. Я возьму большой. У тебя не ИСа? Нет, а чё у них у всех РПК остались резко? Чё у них у всех РПК? Снайперки, а чё ты... А, вот. Смотри, забираем. Вон был. Херню эту. Так, это что лежит? Жесткий диск обычный. Ой, да тут война была, да? РПК, фенек. А что все с фенеком? Еще бронежилет есть. Ёлы-палы. Да тут хорошая война была. Вот, они на эвакуацию пошли, эти ребята, насколько я понимаю. Вот, и я эвакуацию хочу сделать, вот, чтобы потом просто ходить и искать эти ИСа. И ни в чем себе не отказывая, понимаешь? Да долго и не надо, я здесь. Все, пошли, 5 секунд, пошли, я не... Пошел нахер! Пошел нахер от моего рандома! О, кто-то пришел, жетончик здесь, да? А у меня нету ни минометки, ничего туда. Ну и ладно. Ага, значит, эвакуироваться с ИСа боеголов ту же высадку надо. Ну, я что думаю, да? Если так сильно не собирать, это убрать можно. Итак, добро пожаловать в DMZ. Я взял свой ИСа. Вот, начал опять тут в городе. Тут есть ИСа боеголов. Есть у этих у ботов. Вот он. Раз. Вот, но на рандомов надеяться я не могу больше, потому что творят они большую-большую дичь. Большую дичь. Я откис от ботов. Он прошел мимо, даже не резнул меня. Короче, вот здесь, вот в этом переулке мне надо собирать именно не кастов, а ИСа. Так, а чё, я собрал один, мне, блин, больше некуда собирать. Сейчас, братух. Отплатим им той же монетой. Да граната за машину. Ладно, я тебя подниму. Потому что это будет жесть. У тебя ИСа, у тебя мини-бак. Мини-бак мне не нужен. Сейф делаем, одно ИСа есть уже. Так, ой, господи, положи ты в тайник. Доставить, о. Мы уже выслали агента за вашими предметами. Так, вот еще надо. Здесь бронированные, они с АК. А мне надо не бронированные с ИСа. Херася. Боты кошмарят, да? Может, в этих домиках где-то. Я заметил, что в домиках больше всего. Хватит оглушать меня. Короче, здесь настреляю. Проверю. Если нет... Тоже какая-то херня. Патронов возьми. ИСа. Все, я пошел в зверинец. Так, и делается потихоньку.
Так, кастов. Раб. Деньги. Кастов. Иса. Я пошел. Давай. Один, отличная работа. Предметы уже у нас. Так, все, теперь эвакуироваться в ту же высадку надо. Вот эвакуация у меня. Я. И здесь вышки БПЛА нету. Здесь боты только есть. Их надо обойти тихонько. Отсюда обычно никто не поднимается. Слава богу. Можно считать. Во, квест сделали. А теперь точно уже никто не придет сюда. Я улетел. Так, у них там свои квесты какие-то. А я сделал этот безумный квест. Этой фаланги. Итак, ребята, да, я это сделал. Эта операция завершена. Все, слава богу. Просто фенек и просто фенек. Короче, 3 фенека дали. Не знаю, но вроде чертеж какой-то получили, а еще ключики получили. Я потом найду его и покажу, что это за чертеж. Честь и слава. Вот, поищу. С вами был, как всегда, Алекс. И вот это убойное задание с Иса Боеголовым. Обеззараживающее присутствие. Пока-пока. До скорого. Увидимся.